Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы с нами. И сегодня мы приготовим закусочные баклажаны. Для этого нам с вами понадобится 700-800 грамм баклажанов, которые мы промоем, обсушим и порежем достаточно крупным кубиком. К порезанным баклажанам добавим 2 чайные ложки приправ, ну, ваших любимых. У меня универсальная приправа для овощей, и она уже с солью. Пол чайной ложки сушеного чеснока. Две-три ложки растительного масла. И все хорошо перемешаем. Подготовленные баклажаны выложим на противень, распределим их хорошо по поверхности и отправим в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 15-20. Готовность проверяйте вилкой, ножом или зубочисткой. У меня прошло 18 минут при 180 градусах. Мои баклажаны полностью готовы. И оставляем их остыть до комнатной температуры. Затем переложим их в миску, в которой будет удобно мешать, и добавим мелко порубленную зелень. У меня сегодня петрушка. Ну, можно добавить кинзу, укроп. Здесь уже ту зелень, которая вам нравится. Буквально 1 столовую ложку растительного масла. Много не надо, мы уже его добавляли. И соевый соус 1-2 чайные ложки. Ну, это тоже по вкусу. Если не ложили в самом начале сушеный чеснок, то вот сейчас уже в готовые баклажаны можно положить свежий чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешаем, дадим настояться буквально полчасика, и наша закуска готова. Подаем ее с черным хлебом. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, смотрите и другие наши видео. Вдруг вам что-то окажется полезным. А я вам желаю всем здоровья и удачи. Пока-пока!